Ну, хочу сразу оговориться, что я как бы уже какое-то время не причисляю себя к молодым актерам, и поэтому приехал просто, чтобы здесь все это впитать и передать моим коллегам молодым уже вот непосредственно в наших театрах. Вот. То, что как работает Сергей Терехов, это потрясающе. Для меня многое было не новым, но как-то уже так хорошо забытым, потому что, ну, все равно с годами все как-то замыливается, начинаешь заниматься там уже просто, как говорится, ремеслом. Поэтому это было очень полезно вспомнить вот именно то, с чего все это начиналось, те навыки, замечательная техника дыхательной гимнастики Стрельниковой, которой Сергей занимается. Это, я считаю, это просто потрясающе. Это нужно и драматическим актерам, и вокалистам, да и просто любому человеку, просто для тонуса, для здоровья. Вот. Еще хочется сказать, что вчера мне посчастливилось побывать на мастер-классе у Евгении Остроумовой по гриму. Потому что, ну, мне была поставлена задача наших гримеров-постежеров посмотреть, чем дышит эта отрасль театра. И я посмотрел, что-то законспектировал, даже поучаствовал. То есть на мне делали грим, лепили бороду, лепили нос. Все это было замечательно. Очень много интересного мне будет, что рассказать нашим профессиональным гримерам.